Всем привет, у нас продажа появляется Hyundai Solaris 2013 года выпуска с объемом двигателя 1,6 литров, который выдает 123 лошадиные силы. Заднее сиденье у нас в хорошем состоянии, без каких-либо потертостей и дыр. Переднее сиденье также в хорошем состоянии, без каких-либо потертостей и дыр. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. У нас присутствуют 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, мультируль, хорошая штатная мультимедиа, обогрев заднего стекла, обогрев зоны стеклоочистителей, кондиционер, обогревы передних сидений, 2 подстаканника и центральный подлокотник. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные можно найти в объявлении. Приобрести автомобиль можно за наличный расчет по системе трейдин либо в автокредит. Автомобиль находится в салоне столицы. Всех ждем!